Когда появилась профессия повара, история умалчивает, но люди, которые любят готовить, были во все времена. Кстати, самыми лучшими кулинарами принято считать мужчин. Яркий тому пример – шеф-повар кафе «Карпе Дием» Михаил Цапков. В свои 23 года молодой человек четко определился с профессией. Ради карьеры повара он даже забросил учебу в университете. И все для одной цели – радовать людей красивыми и вкусными блюдами. Я всю жизнь мечтал стать капитаном корабля, плавать. И когда попадаешь в ресторан, понимаешь, что это как штурм одного корабля от другого. То есть здесь есть ты на команде, отбиваешься от гостей, а гости все идут и идут. То есть идет какая-то идиллия, что после смены выходишь, и ты понимаешь, что ты накормил там 300-350 человек. Я работал только в таких больших заведениях. И приятная дрожь, там, мурашки, вот это вот, заставляет двигаться дальше и не думать о деньгах. А думать шеф-повару приходится много о чем. В его обязанности входит не только отслеживание всей работы на кухне, но и разработка рецептуры блюд и контроль технологических карт. Но в таком напряженном кулинарном графике Михаил не забывает. В первую очередь он творец новых гастрономических шедевров. Я всегда считал, что все, что мы делаем в жизни, это искусство. А вот именно тарелка – это как холст. То есть я всегда сравнивал каждого повара как Пикассо. То есть Пикассо, он творил все, что хотел. То есть он не рисовал какие-то стандарты, квадрат Малевича. Там, это тоже какой-то мере творчества. Но я могу украсить одну и ту же тарелку, одно и то же блюдо несколько десятков раз по-разному, и гостю принести одному и тому же, он каждый раз будет с восхищением есть это, потому что ему нравится, что за его блюдом следят. Кафе ресторанного типа «Карпе Дием» хорошо знакомо обещанам и гостям города. Здесь представлен спектр разных кухонь мира. Азиатской, средиземноморской и белорусской. Роллы, стейки, пиццы, пасты – это то, что любят гости заведения. Конечно, в каждое из блюд повар вкладывает свою душу. Сегодня мы будем с вами готовить классический вог. Вог – это лапша, приготовленная на большой температуре, с добавлением овощей, мяса и тому подобное. Вот наш вог с говядиной и овощами готов. Приятного аппетита. Ждем вас в нашем кафе. Вечером в «Карпе Дием» царит особая атмосфера. Это напоминает отдельный мир, в котором тепло и уютно. Согревают разговоры, улыбки, звон бокалов, внимание официантов. Гости раскрывают свои кулинарные пристрастия, а повара смело превращают их мечты в реальность. Посетители и постоянные клиенты. Кстати, «Карпе Дием» уже давно стало вторым домом для гандболистов брестской команды имени Мешкова. Очень вкусный стейк, салат темный с говядиной, тоже хороший, салат белой рыбы и креветками, но все вкусно здесь. А почему выбираете именно это заведение? Потому что вкусная еда. Еда в «Карпе Дием» действительно потрясающая. Кстати, это оценили и любители гастрофеста, который недавно прошел в Бресте. По оценке Альфа-банка и радио «Пилот FM», это заведение заняло первое место. Секрет успеха прост – любить своих гостей и делать все, чтобы они сюда вернулись. И не раз. Повар – это не профессия, это призвание. И самое дорогое для него – это, конечно же, благодарность клиентам. Спасибо большое, это настоящий шедевр. Вот он рецепт идеального вечера, который мы провели в «Карпе Дием». Ярослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания «Бог ТВ».